Всем привет! Сегодня мы решили сделать запеченную рыбку с овощами в духовке. Как бы мы ее делаем просто не очень часто, поэтому решили ее снять. Если кому-то интересно, оставайтесь с нами. Так, вот она наша рыбка. Мы ее уже почистили. Все сделали. Все хорошо, замечательно. Теперь, ну я не знаю как кто, а я ножички разрезаю их. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once, and I don't need to go around anymore. Break away, get your sober case. Stop dwelling on empty words. Мама, что там, Джема? Еще? Хватит. Еще. Хватит. Еще. Папа. Папа. Ты компот хочешь? Чем они будет рыбу выжидать? Она пьется компота. Тема, будешь писать много? Нет. Нет, не будет. Пошли. Солим. А теперь наш перчик и приправка к рыбе. Делаем лодочку из фольги. Поперчили немножечко. Также с другой стороны поперчили. Приправка специальная к рыбке. Опять-таки другая сторона. Ой, как-то. И в середине по чуть-чуть. И мои любимые итальянские травы. Подходят буквально ко всему. И в середине, и снаружи. Теперь ложим рыбку. Режем одну буквально картошиночку, ее хватит. Пару штучек в серединку. Она как-то вберет в себя все, что будет лишнее. И остальное просто сверху. По чуть-чуть формируем ее, чтобы она была везде. Взяли такой маленький лучок. Перчик, помидорчики. Ух, какой лук у нас получился. Большой. Пару помидорчиков вовнутрь, пару перчиков вовнутрь и лучок. Ну, точнее, пару долек помидорчиков и парочку долечек перчика. Остальное нарезанное выложим просто в тарелочку и отложим. Лимона. Лимон даст нам ту кислоту, которой нам не хватало. Сначала там кусочком чуть-чуть покапаем, выдаем немножечко сок. И пару долечек, одну дольку вовнутрь разрежем напополам и две дольки сверху. Мама! Тёмочка, ты опять за компотиком? Что-то сильно часто ты стал ходить за компотиком. Вот так. Укропчик. Тоже даст свой вкус. Папа! У нас там уже так всего много.
Оно очень вкусно получается, когда много овощей. Главное не переборщить жидкостью. А теперь перчик, который у нас был, который остался, и помидорчики выложим просто сверху. Сверху, вокруг рыбки, чтобы не только середина она была вкусненькая, но еще и сверху. Ух, нямочка будет. Вот перчик, перчик, перчик. Теперь немножечко лучка мы туда добавим еще тоже сверху. По всей рыбке мы его разложим. Люблю запеченный лук, он такой вкусный. И немножечко укропчика. Сверху тоже раскидываем по всей рыбке. Короче, вот там где-то у нас рыба и много-много-много овощей. Ну, теперь мы ее запаковываем и в духовочку. Примерно на 180 градусов. Ну и будем смотреть просто по готовности. Сразу сейчас ее запакуем, а потом откроем. И уже будем видеть, как она будет. Shake the mind. Speeding up the pace, turning up the heat. Where I need to be for the first time. I'm taking risks, I'm casting off without a lifeline. Ну вот, рыбка теперь осталась ее только запечь. А гарниром мы приготовим просто и вкусно жареную картошечку. Поэтому ждем и наслаждаемся. Смотрите, так как я вам и говорила, в процессе жарки мы ее открыли. Открыли мы ее буквально под конец. Время на это ушло у нас полностью все, что она была в духовке. Ну, может быть, минут 40. Может, 30 минут. И минут за 10 до вынимания ее мы ее открыли, чтобы она смогла не просто пропариться нормально, а еще и поджариться. Вот так вот она вот сделалась полностью нормально. Ну, сейчас будем кушать, все попробуем. Все приготовили, все очень вкусно получилось. Всем спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока, до новых встреч.